В последнее время одна из самых обсуждаемых новостей не только в сети, то, что с 1 сентября приднестровских пенсионеров могут лишить льгот. Прояснить ситуацию мы попросили заместителя председателя правительства по социальным вопросам Наталью Никифорову. На самом деле никаких планов ни у правительства, ни у президента Приднестровской Молдавской Республики об отмене льгот с 1 сентября для какой бы то ни было категории граждан, пенсионеров ли, инвалидов ли, детей-сирот, нет. Это я заявляю абсолютно ответственно, потому что последнее заседание правительства было 7 августа. Никаких вопросов не рассматривалось, никаких документов не принималось, которые могли бы отменить какие-то льготы, урезать какую-то часть кого-то, каких-то людей. Единственный вопрос о льготах, который члены правительства обсудили на последнем заседании, это отмена досрочного выхода на пенсию для работников сельского хозяйства. Так как на сегодняшний день механизация сельского хозяйства достигла достаточно значительного уровня и практически отсутствуют колхозы, в которых бы числились такие категории граждан, как доярки, как определенного уровня работники сельского хозяйства, обрабатывающие в сложных условиях поля, работающие на табачных плантациях, предположим. А в связи с этим была такая инициатива Министерства здравоохранения. Это единственное, что ограничило.